И, блядь, снегопад ебаный нахуй. Минус глаза. Так, ну слушайте, по-моему, в прошлый раз камера была уебанская, сейчас ее исправили. Хотя бы это. Чё у нас? Так. План защитников. Три защитника. Это хуйня. Ну, это неплохо. Панды, я помню, мне не понравились. Ниндзя. Клан призывателей, колдунов, пиратов. Ну, слушайте. Я возьму Джайну, потому что у нее дохуя всего есть. Сколько тут вообще в начале слотов? Огонь, елка, блядь. Кого? Так, ну это прикольно, но у меня столько денег нету. Где здесь выбрать предметы? Блин, глаза просто, блядь, непонятно куда смотреть, столько всего, слишком много. Сорок процентов атак спида — это очень много на самом деле. А где у меня предметы? А где у меня предметы, пацаны? Я вот взял предмет, я не понимаю, куда он улетел. Придирки? Ну хуй знает. Какое-то описание странное. Так, я случайно тыкнул на чела. Я не хотел его покупать. Так. Ага. Где здесь инком? Панель управления. А, вот увеличить прибыль. Хуяся у нее задувки. Это ауешная штука? Да подожди, я... Блин, надеюсь, меня Кадо не выебет. Кадо, это кто нахуй? Хилор. Блин, они меня разъебут сейчас. По-любому, чекайте. Не там знают, им бы. Панели управления. Какой панели? Бля, можно мне отвязать отсюда, чел? Господи, это очень неудобно было. Не знаю. Выбор предметов неудобный, как по мне. Почему я не могу? Понимаю. Блин, это неудобно до сих пор. Это максимально неудобно. Так, я пытаюсь разобраться. Я не... Выбор... Где этот выбор предметов? Подожди, где дополнительное меню? Ладно, что у нас вообще? Блин, ну тут реально все максимально неудобно как-то. Купим два вора, чтобы были. Мне тут уже пришли войска Техилора и ебучку ломают, потому что у него Т2 адмиралы. Ну, в принципе, танк плюс стрелок — это уже неплохо. Блять, я не хотел его покупать! Блять, чё не так с этой игрой? Я
Хочу почитать о Билке. Блин, тут, конечно, видны значки, но я же не знаю, что это. Что такое скряг, блин? Скряг. Кстати, он жирный. Скряга, блядь. Откуда-то у меня вот эта хуйня взялась. Я ее не покупал. У нее это два, блядь, ладно. Тупо скряга. А сколько пиратов нужно? Ой. Куда он делся? Куда он делся? Алло! Куда у меня юнит с артефактами делся? Куда? Не-не-не-не-не, я его, он у меня на столе был. Как я его продал? Я просто два раза кликнул, блядь. Я два раза кликнул, нахуй. Кого продал? Чё за хуйня, блядь? Пацаны, ну это неудобно абсолютно, не знаю. Почему они вдвоем здесь стоят? Что это, блядь? Откуда здесь вот этот чел взялся? Он стоит у меня на столе. Где? Где он у меня на столе стоит? Где мой Маринос, блядь? Я не вижу. А, ебать. А хули? Я не понимаю, блядь. Я... Откуда он, блядь? Короче. Почему он, блядь, не на третью кнопку, а на, блядь, на седьмую стал? Я туда не смотрю даже. Почему это так уебански выглядит? Блин, меня просто адмирал ебаный ебет. Во-первых, снег пиздец мешает восприятию. Ну, не знаю, как у вас, у меня снег мешает восприятию абсолютно. Во-вторых, надпись очень полезная, да, тоже отвлекает. Во-вторых, ты вот смотришь на это все, и ты, блядь, не можешь сосредоточиться абсолютно никак. Давайте адмирала купим. Я вот не хотел этого чела покупать. Сколько нужно пиратов? Три пирата. Напали. На город наших братьев напали враги. Какой у тебя план? Что пираты дают? Блин, 8% здоровья это не очень то, что мне нужно. 8% здоровья это сколько у нас? 200 урона? Это лайтовая хуйня. Мне просто 300 урона дальником въебало уешкой. А мне тут 8% предлагают. Нормально? Блин, я не хочу против КД с Тахилором играть, реально. А вот Тахилор знает каких-то сильных юнитов, которые просто на похую моих разваливают. Чё за хуйня-то? Я чат не читать же в курсе. Ну, это, знаешь, Макстайм, это так вот сказать, в The War ты пойдешь и такой, а я, допустим, и построишь там 10 некромантов, а я против тебя возьму и построю одну гидру, и как бы у меня одна гидра выебить тебе весь лайн нахуй. То же самое сейчас происходит. То есть человек знает юнитов сильных каких-то, судя в этой карте, а я не знаю сильных юнитов, поэтому я просто беру что-то, что мне типа нравится или не нравится, рандомно, короче. И по итогу какая-то хуйня происходит. Какая-то хуйня, если честно, мне не нравится. Мне не нравится. Это круто, кстати.
Это хуйня, лучше процент реген был. Ну как мне так кажется. Здесь продажа нахуй. Постоянно нужно итемы же брать, еще я постоянно забываю про эту хуйту. А он у меня опять сюда почему-то... Почему у меня юниты скачут, блядь? Мне не нравится, что у меня юниты скачут. Чё это за хуйня? Ну не знаю, насколько это часто происходит, может быть это неплохо. Блять. Я не понимаю, я не хочу покупать этот момент, я просто клацаю, и он покупается у меня. Я вообще не успеваю смотреть, что у меня здесь происходит. Я пытаюсь разобраться, блять, в юнитах. Не успеваю ничего. Где продажа юнитов, блять? Блин, этот плюсик, я не знаю, он как-то уебанский. Да, тут все слева вынесено. Я всегда говорил, что типа слева выносить штуки удобно. Но, блин, я как-то непривычно, не знаю, блин, как это описать. Очень непривычно, неудобно. Если так вот подумать вообще. Так, и ладно, пиратов пытаемся собрать. Она... Почему у меня шаман здесь стоит? Понятно, ладно. Я уставил сюда? Так. Я Apple? Нет, не Apple. Блин, эта кнопка вообще бесполезная, как мне кажется. У меня уже второй раз хилор прям приходит жестко пушит. Ну как жестко? Не супер жестко, но неприятно. Какая-то дичь происходит вообще. Кто это нахуй? Король снежных минотавров, блядь. Это имбовый чел. А как тут обновлять эту хуйню? Пол юнитов. А, вот, тут еще кнопки, оказывается. Заблокир. А чё так, блять, хуёво видно? Выйти из магазина. Так, ладно. Сори, шо, пацаны, я горю токсич, но. Блять, опять я его покупаю, блять. Ладно, нахуй. Так, у меня был этот чел. Я вообще десантников других не видел, кстати, стрелков. Типа, десантник прикольный, как мне кажется. По крайней мере, со стороны. Вот этого чела я не покупал. Хотя он чумной. Короче, мне нужны... Я не понимаю, что мне нужно на самом деле. Реально не понимаю, что мне нужно. Какие тут бонусы можно собрать? А, адекватные вообще. На полные пол юнитов какие можно адекватные бонусы собрать? Нужен ли мне зомби?
Нужны ли мне пираты? Вот вопрос. Я уже собрал тут все пиратов. Может, они на начало игры поворовать что-то. Ну, давайте зомби возьмем. Не знаю, мне кажется, что алхимик пососный будет. Ну, не знаю почему, но у меня такое вот предчувствие. У меня, в принципе, Огр и Берсерк. Вообще это пересекается, то есть два Огра можно взять себе. Тогда может отказаться от вот этой ебаной губки, она у меня как-то рандомная. Так, знаете что, давайте... Так, что у нас здесь? Знаете что, давайте, блядь, где эти кнопки ебаные-то продать юнита? Неудобно, что, типа, всякая дичь. А, это вообще вот так вот, да. Почему у меня сюда стрелка горит? Ладно. Я хочу понять, что я вообще хочу сделать. Что я хочу сделать? Я хочу продать лишнее. Продать лишнее. Почему? Почему у меня паук? Я его сюда не ставил. Так, огра. А можно стенки, стенки хилить? О, можно стенки хилить. Так. Так, зомби мне тогда тоже не нужны, получается. Я пытаюсь понять вообще, на что я хочу собирать. Очень сложно. Очень сложно, надо думать просто. Огра хочу. Стрелок. Блять, я его не покупал опять-таки. Ой, мне одного огра всего нужно. Огнеметчик Альянса. Так. Сколько у меня вообще слотов? Может, у меня... Мне слотов не хватает. Я хочу в первую очередь огра, наверное, себе второго поставить. Давайте паролем. О, у нас третий собрался. Начнем потихонечку ролить. Так, что тут у нас вообще по инкому? Инком делаем. Привет, народ. Так вот, у нас бочка стоит, кстати. Какие-то демни сферы энергии. Что это такое, нахуй? Что вообще происходит здесь? Ну, бочек дохуя, кстати, ставится, я так скажу. Ну, видимо, это не только мои бочки, но и его бочки. Вообще какая-то странная хуйта. Может, бочки не такие плохие, как я думал. Я чела, который вообще не шарит в карте, жестко разношу. В миде вообще... Я даже не смотрю в мид, что вообще в миде происходит. Что тут за артефакты валяются? Что это вообще? Что они там делают, нахуй? Ну, чел, я когда не хочу юнита покупать, я его покупаю. А, они типа вместе по типу юнитов разделяются автоматом или что? Непонятно, ну ладно. Так, инком. Инком — это моя жизнь. Хочу я его выбрать или нет? Ну ладно, возьмем пока. Но у меня всегда Техилор просто пиздит ногами, непонятно почему. У него Артас, у него... Блин, у него вообще нету никаких синергий, он меня просто пиздит сильными какими-то юнитами, понимаете? У него вообще ноль синергии, блять.
У него просто пачка юнитов, блять, рандомных. Понимаете, нахуй это? Прибыль все? Максимум? Ага, максимум. О, вот он. Вот он мне нужен. Блин. Будешь покупаться? А он у меня третий, да? Ага, он у меня третий. А, звездочки? Блять, а как вернуть обратно? Как вернуть камеру? Звездочки, типа, смотрите, в чем фишка. Звездочки нихуя не видны за вот этими штуками, и это проблема. Ты не понимаешь, какого у тебя тир юнита. Стрелкой влево. Стрелкой влево. Так. Огры мне не нужны. Вот эти мне нужны. Так. Давайте улучшим лидерство. А тут есть... ну тут, наверное, нет никакой привязки, да? К тому... Сколько у тебя максимально голды? Немножко неудобно по 10 раз тыкать. Так, у нас, короче, есть пираты, стрелки, десантники. Десантник сам по себе работает. И огры. Мне еще третьего берсерка нужно. Кто у нас третий берсерк? Ты и берсерк, допустим. Может, что-то получше найду. Зачем мне нежить? Чумных? Ты имеешь в виду, Арес? Зачем мне чумные? Сколько у меня магов? Два колдуна у меня есть. По два колдуна, но три колдуна тоже будет работать. Что тут у нас? Скряк. Ладно, купим их, раз они нам сыпятся. А там подумаем. О, это пират, кстати. Он опять-таки не прокликивается. Ниндзя еще. Мне что-то не нравится его ХП абсолютно. Не буду я его себе вставлять. Так, вот ты, чел. У нас, значит, Тен чумной, мясник чумной. И получается зомби чумной. И губка чумная. Четыре чумных, да? Сколько их нужно? А их четыре нужно. Окей. Блин, ну вообще, стрелки типа выглядят как по мне, ну типа сильные за счет того, что у них быстро так спит, но на самом деле, судя по тому, что мне показывает карта, нихуя, просто тащит какие-то рандомные юниты, ну судя по тому, что хилор тут делает. У Кадой тоже пираты, то есть я пиратов не смогу нормально собрать на самом деле. Короче, сейчас
Поменяем стрелков нахуй. Да, поменяем стрелков. На чумных челов. Хватит меня. Да, мне нужно еще докачаться. Посмотрим, что изменится. Продаем стрелка нахуй. Продаем стрелка нахуй. Где он, блять? Он, блин, автоматом вылетает, когда я продал одного из них. Это странно. Так, чел, иди сюда. Почему я не могу поставить его? Я ж только что продал, нет? Один, два. А я не докачал, да? До конца. Так. А мне все равно не хватает еще, да? Мне все равно не хватает еще. Зачем мне перезарядка? Это абсолютно глупая хуйня, кстати. Вот это абсолютно глупая хуйня. Тебе нужна маленькая кулдаун. Тебе не нужно много урона от этой обилки. Чего дает убийство вот этой хуйни в центре? Чела тут уже почти сломали. Артас Сильванка? Я их не видел. Вот это Сильванка? Добрая Сильвана. Я, кстати, почему ламбна ведь магаз 3 золотых стоит? Разве не 2 было только что? Или он дорожает со временем? Три Сильванки, мне игру винит со всеми остальными. Блять, ну баланс получается, баланс. Так. Мертвая, недобрая, я понял. А тут, судя по всему, как раз вот это Вартаса собирает. Это Хилор, да? Кто это вообще? Дух возмездия. У чела вообще ничего нету, как бы. Он вообще... Ну, странно, что у него ничего нету, он до сих пор не проебал. У меня дохуя всего. Я, конечно, ничего не проебал почти. Ну, понятно, что он авк. Я говорю, странно, что он до сих пор не снесен при том, что у него нихуя нету. Знаешь, короче, Макс, там есть такая хуйня, что, ну, типа, оно как-то светиться будет, не знаю. Я постоянно забываю про эту хуйню. Они после каждого счетчика обновляются? Или как? Я постоянно забываю про предметы эти ебанутые. Ну, нет. Это у нас рейндж? Нет, не рейндж. Блин, мне бы рейнджа какого-нибудь адекватного. О, она только рейндж. Мне что, в магичку, что ли, итему вкидывать? Давайте вкинем в магичку, хуй знает. Блять, я ее продал, сука! Блин, 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 ну как? Ну, блять, как можно, сука, поставить кнопку, положить итем, блять, в герой и продать героя? Блять, вот они, сука, вместе стоят. Как это можно, блядь, по дизайну сделать? Это настолько уебанство. Просто это не должны две кнопки в одном, блядь, плюсике быть. Никогда, блядь. Никогда не должно быть такого. Не надо читать. Ты по автомату все делаешь, блядь. Такого не должно быть, блядь. Поняли? Не должно быть такой хуйни. Мне все, пиратов надо продавать нахуй теперь всех. Понимаете, да? Такого быть не должно нахуй. Претензия, вот нет, это претензия, блять, на 1000, блять, миллионов процентов, нахуй.
Вот эти две кнопки не должны быть, блядь, вместе. Это нахуй меню магазина должно быть, в котором ты, типа, передаешь, блядь, сразу что-то, нахуй, герою. Продажа, блядь, должна быть отдельной какой-нибудь кнопкой, не знаю. Ну не по-уебански вот так вот. Я знаю, что такое ТФТ, но, блядь, вот это вот я рот ебал. Почему у меня обновление снова 2 золотых стоит? Оно в один из раундов 3 стоило. Я не понимаю нихуя. Кто, блядь? Я сейчас не понимаю, что я делаю, пока посмотрю в курсе. У меня еще этих челов нужно продать, бесполезных пиратов, которые по остатку остались. То есть, блин, почему продать юнита выглядит как стрелка? Типа, тоже вопрос. Продать юнита, я не знаю, там... Ну, даже претензии, понимаете, но... Должно быть сразу, типа, четко, понятно, в мозгу вырисовываться картинка должна, понимаете, о чем я? Под нихуя не пустые претензии, как вы говорите. Если вы такие все сверхинтеллектуалы, гений, которые, блядь, никогда не совершают ошибок, то удачи вам в жизни. Угор у меня третий, да? Рез, ну блин, ты пожилой, заебал. Понятно, что ему нужно как-то, ну как мне это сделать? У меня нет итемов на spell damage. Артасы, кстати, пиздец часто падают. Прям вот дохуя артасов падает. Если мне говорят, что он такой сильный, почему его никто не берет? Его я возьму, потому что он мне нужен. У меня... Так, ты чел, иди отсюда. Он закрывает мне... Типа третьего... Третьего берсерка, еще повелитель холода он плюс ко всему. Я не знаю, зачем мне чумные, кстати, нужны. Нужны ли мне они вообще? Ну пусть будут пока. Я вот не понимаю, почему меня просто перепушивают. Он меня постоянно тремя юнитами приходит и сносит, хотя... У него не фул, блядь, юниты! У него просто стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть юнита. У меня сборка на фул, блядь, юнитов, и они сосут. Понимаете? Либо там настолько типа Т3 юниты сильные, либо чего? У него раз, два... Ну да, у него три Т3 юнита, у меня один Т3 юнит. Я сосу, типа, жестко. Типа, тут качество юнитов настолько сильно решает? Настолько сильно? Нихуя не падает. То есть слоты вообще нахуй не нужны. Просто собирай, блядь, в ТТИ и выигрывай, блядь, всех. Thank you.
Не знаю, огры вообще пропали, вот эти вот алхимики из пула. Я их не видел уже 10 тысяч лет. Блин, то, что предметы имба, это у меня претензия была еще к старому автосурву. Предметы не должны быть имбой. То есть, ну типа, какого хера предметы имба? Какого хера предметы имба? Вроде у меня тоже чел был. О, меня снизу пришли пиздить, кстати. А, ну Тахилор уже давно убил, блядь, всех остальных просто, понимаете? Просто он давно уже всех остальных отпиздил, да? Он меня сейчас с трех сторон будет пиздить, блядь, просто. А, ну, я не знаю, Макстайм, то ли... Вот, он нашел, во-первых, дровку, во-вторых, он меня ебет тирандами. Для тебя это что-то должно значить, хоть они... И в Т3, конечно, но, блин, может, все-таки это имбаланс какой-то юнит? Я, конечно, не шарю, но может быть. Вероятность такого есть. А? У меня все, голда уже подзаканчивается. Куда-то у меня дренорский бугай взялся. А он у меня что, типа, случайно высрался здесь? Я его не покупал. Макс, ну я собирался пиратов 3 звезды собирать, собирался, только, блядь, по итогу он у меня один продался, и по итогу все в говно превратилось. Понимаешь, да? Все в говно превратилось. Весь план. За одной хуйни. Ну вот, у меня арта с Т3. У меня сейчас должно быть столько же Т3 юнитов, сколько у него, по идее. 1, 2, 3, 4. У него 4, у меня 1, 2, 3. Ну, у меня на одного меньше, но у меня юнитов дохуя просто. И рабочие, блять, как бы эти. И рабочие синергии. Почему я сосу? Можешь мне кто-то объяснить? Так, губка у меня есть. Я забываю еще некоторых юнитов, которые у меня вообще есть, которые нету. Сложно. Учитывая, что тут юниты достаточно нестандартные для вариковских используются. Голды нету нихуя. Ну давайте возьмем личу как там. Кто-то мне советовал личу взять. Давайте возьмем личу. Ой, я опять чуть не продал, понимаете? Я опять чуть не продал. Где лич, кстати? Почему у меня Т2 лича до сих пор нету? Блин, меня бесит, я хочу купить юнита, я то покупаю его сразу, то та карта с мне вообще нахуй не нужны. Т3 и энт у меня уже. Мне говорили, что энт это очень крутая, редкая карта. Т3 зомби. Т3 пуч, Т3, вот, 1, 2, 3, 4, 5 и Т3 юнитов у меня. 5 Т3 юнитов. Пуч у нас уже в Т3. Да? Значит, он мне не нужен здесь. Алхимики вообще из пула пропали, держу в курсе. Я ни одного алхимика не видел.
Может, мне Вартаса надо было больше что-то наложить, не знаю. Зомби у меня тоже Т3. Квадрат со стро... А почему они такие разные по цене, кстати? Почему они такие разные по цене? Вот этого чела я вообще впервые вижу, блять. Я вообще минотавров не видел, по-моему. Арта стоит 6 золотых, типа он типа легендарка, да, или что-то такое, но он часто падает, понятно, тоже нихуя. Пауки часто падают. Очень странная хуйта. У меня все равно я ебут, держу в курсе. Я не понимаю баланс этой карты абсолютно пока. Но магнотавр у меня есть. Личи вообще не сыпятся. Личи, блять, вот этих два юнита, вот эти два юнита пропали нахуй из пула. Два юнита из пула пропали нахуй. Почему, блять, так? О. У меня сразу два юнита купилось. Почему два юнита вообще появилось? Вопрос такой. Что за баги? А есть еще хоть один минотавр, блять, кроме этого? То есть он у меня снежный, но я не знаю, нужен ли мне вообще снежный. Может, я заменю вот этого чела? Но с другой стороны, у меня пропадет берсерк, который не знаю, нужен ли он мне вообще. Что мне делать, эксперты из чата, что мне делать? У меня ни одной сильванки не было. Мертвой. Зато банш постоянно приходит. А что мне нужно? А, ну он у меня уже в Т3. Я не понимаю немножко. Тут меня просто жестко передавили. Панды у него что-то делает. Что он панд начал собирать резко. Флора, нахуя тебе Т3 панда, если у тебя нет синергии на... Он просто, блядь, Т3 юнитов собирает на похуй. У него даже не фул, блядь. Понимаете, я не понимаю, блядь. Я не понимаю. Он меня рандомной хуетой, блядь, жарит. Рандомной хуетой жарит. А губка у меня, блять, я губку проебал. Ну там до губки, до Т3, как до луны на самом деле. Мне кажется, она не выпадет уже больше. Одни и те же юниты, блять. Почему одни и те же юниты-то? Тут нету, блять, алхимиков просто. Нету алхимиков в пуле. Нету, блять, карт Хардстоуни, как говорится. Нету карт Хардстоуни, пацаны. Закончились карты, блять. Ну они, может, реально закончились, я хуй знает. Ну слушайте. Я не понимаю, что здесь танки, что здесь дамагеры. Так что... Хуй пойми, что от меня игра хочет. Мне нужны ранжовые ДД. У меня ранжовые ДД есть, лично ранжовые ДД, да? И все. Типа, да? А у него просто есть тиранда и дровка. Хотя дровка первого левела, но он мне все равно, ебет. У него тоже ранжа нету. Непонятно. Я вначале себе купил как бы дамагера, да, по такой тактике. Этого Маринос. Но Маринос это лучший дамагер во всех картах, как бы. Держу в курсе, кто не знает. Думал, что они тащить будут, но нихуя, они сосали, блядь. Вот эти челы. Один магнус еще нужен. Так, а пенек у меня? Пенек у меня собран. Непонятно, непонятно. Не понимаю, пацаны, не понимаю.
Чё вот это такое нахуй? Чё это, блядь? Не понимаю, блядь. Постоянно роханы падают. Может, баг какой-то? Магазин ломается со временем. Может, мне стоит нахуй все эти синергии в жопу послать и собирать то, что мне сыпет? Не, ну лучше, конечно, стало, безусловно. Снег, конечно, пиздец бесит. Ну, это типа новогоднее, ну, пройдет. А, но первое, типа, то, что камера починилась, это очень удобно. С починенной камерой очень удобно. Единственное, что ты вообще не обращаешь внимания на карту, это очень хуево, типа. Ты постоянно в ебаном магазине сидишь, пытаешься найти ебаного юнита, которого тебе не дает. Но, с другой стороны, по балансу я абсолютно не понимаю здесь ничего. Я не понимаю, кто кого контрит, блять, и каким хуем меня выигрывают просто. Непонятно. Я еще вот эту хуйню не выбирал. Типа, ну го, а я вот так вот сделал. Гильдию воинов. Может, я из-за этого проебывал? Вот это, вот эту дровку мне советовали. Она типа. Хуйня какая-то. Типа, мне нужно кого-то, ну, я думаю, вот этих челов заменить на Сильванку. Я так думаю. Типа вот этих берсерков нахуй. Убрать, потому что они нахуй не нужны. Первая сливанка за игру упала. Но я не знаю, стоит ли играть дальше, потому что я не вижу вообще конца и края этой карты. То есть, как и в том автосурве, то либо ты сосешь жестко, вот как вот Кадой пососал, и вот чел, ну, чел рандомный вообще хуйню делал. Либо ты не можешь закончить эту карту вообще. Ну, то есть, тоже есть траблы вот такие. О. Сюда. Ну и вообще, в целом, вот эти вот кнопки, это тоже не очень удобно, конечно. Вот эти магазины, про которые я постоянно забываю. Про вот эти две кнопки рядом, это пиздец полный. Вот это топовый итем, я думаю. Ну хотя тут все топовые итемы. Я возьму вампиризм. Типа вампиризм для лучницы, которая... А, это ты тебя выкинула? Ну это значит, либо... Иринка, либо хуй знает что. Проблема в том, что если я типа продам чела, то у меня рассыпется одна из камбух, ну в принципе, я думаю, похуй. Раз мы уже поняли, что камбухи вообще не решают, давайте поставим девочку. Закинем в нее итем. Продадим вот этого чела. Может, я сейчас резко выиграю, как думаете? Блять, не той кнопкой пытаюсь, блять, продать. Ничего, да нет, вы чё? Мне как бы одной партии хватит. А карта очень душная на самом деле. Ты в нее не хочешь прям играть? По кайфу. Просто, блять, крутишь. То есть в авточесе был какой-то шарм. Здесь ты, блядь, непонятно, зачем это делаешь. Появился в пуле. Сразу же.
Что мне армия здесь сделала? Почему у меня армия в обратную сторону идет? Непонятно. Но зато мне ее теперь дохуя. Кто это, блядь? Что это было? А-а-а! Понял. Видимо, этим он тоже пользовался. Моя армия Смида? Очень интересно. Ну, судя по всему, у него из-за пиратов он меня краски пиратами ебет, да? То есть у него раз пират, два пирата и... А, кто третий пират? Хлор, третий пират кто-то. Где бочки? Или бочки внизу у пиратов? Хуй тебе не мэвку, чё мэвку вообще дают? Чё за мастера? Мастера это кто, блядь? Мастера это мечники, да? Типа мечники имба в этой карте, понятно. Всё поняли, пацаны? Мечники имба в этой карте, запомните. Почему-то добрая Сильвана стоит дороже, чем злая. Я возьму ее. Хуй! Просто пришла толпа и отпиздила мне главку нахуй! Слушай, ну они как ебанутые атакуют, конечно. Типа, видимо, вот эти челы с мечами просто имбалансные. Они мне просто пришли и снесли все за секунду, блядь. Я не знаю, пацаны, баланс в карте нихуя нет, как по мне. Ну, то есть, ну вы видели, блядь, что происходило, какая-то поебота. При этом у него до сих пор, блядь, один круг пустой. Ну, Тахилор, ну, блядь, быть задротом карты, постоянно в тестах участвовать против человека, который первый раз играет, очень, наверное, интересно, да.